Всем привет, это канал классическом бритье, классическое бритье for life. Давно меня не было, болел, сейчас немножко я подлечился, вы, наверное, меня видите, мой уставший вид. Сегодня снимаем обзор на новинку интересную. Но прежде чем представить участников, попрошу вас по традиции подписаться на Дзен канал. Где-то слева или справа сейчас будет на экране QR-код. Не будем затягивать обзор, начинаем представлять участников. Погнали! Так, ребята, связка у нас сегодня. Голова от Мюли R41 с ручкой от Яки и с нержавейки. Ручка довольно-таки тяжелая. Интересно посмотреть, как себя будет вести эта Мюли R41. Классика агрессивности и эффективности с тяжелой ручкой. Я не знаю, какие ощущения с оригинальной ручкой. Не знаю, легкая она или нет. Но эта ручка увесистая. Уже в обзорах она у меня была, обязательно ссылочку на нее оставлю. Она удобная, ничего не катается, можно так пальчик подставить, бриться, длинная ручка. Удобная и похожа на ручку от семисланта Паркера, то есть от полусланта. Также хочется побриться сегодня перма-шарп, тоже острым эффективным лезвием, длинный. У меня сегодня щетина где-то 14-дневная, и нужно ее как-то истреблять. И смести без всяких там движений по одному и тому же месту. Думаю, эта связка идеально подойдет для сегодняшнего бритья. Помазок Frank Shaving, узел G5, так называемый Squirrel белочка. Не знаю, почему так называется. Он довольно мягкий, упругий. И в то же время им очень приятно бриться. Такая прям, знаете, цепкая небольшая ручка с брендом. Такого, знаете, цвета слоновой кости. Хороший такой лофт. Набито все отлично. В общем, все вы видите сейчас на крупном плане. Обязательно ссылку оставлю. Покупал в магазине Vasgarazers. И спасибо им вообще за то, что завезли этого Frank Shaving к нам в Россию. И сейчас они открыли новый магазин. Тоже ссылку на него оставлю. Чем же там отличается от других узлов? Узел G5, так называемый Generation 5 или пятое поколение. Это с эффектом антибактериальности вот этой. И говорят, что похож на беличий ворс, вот эта вот щетина. Не знаю, вы, наверное, все видели эти кисточки для того, чтобы рисовать акварелью. Щетина у белки мягкая. Я не думаю, что беличьей вот этой щетиной можно как-то будет взбить мыло, а вот этим помазком можно, и такой интересный черный цвет. Ручка не тяжелая, ничего там не мешает, все цепко, удобно, я ее уже брился в одном из своих коротких видео. Ну и мыло для бритья от феномена артизана нашего из города Челябинск. Мыло мягкое, называется «Русская кожа». Аромат, ребят, это что-то. Отличие – это формула графит, и здесь имеется уголь, поэтому мыло вот такого вот интересного серого цвета. У меня имеется угольное мыло, но оно, как вы знаете, универсальное и туалетное. Я им умываюсь, оно очень, знаете, глубокого очищения и никак там негативно не влияет на кожу. В мылах для бритья я еще не видел угля, и поэтому мне очень интересно, чтобы как-то повысить свой, знаете, навык бритья с разными мылами. Картинка здесь красивая. Яйца Фаберже, башни, медведь, балет, женщины в интересных там костюмах. Мужчина тут на переднем плане смотрит, это, так понимаю, русский офицер. Что же вообще такое за русская кожа? Почитал я, и довольно-таки интересна эта тема. Это аромат юфтевых сапог русских офицеров и солдат, потому что 1812-го победили Наполеона, зашли во Францию, и женщины впервые вот этот почувствовали аромат
этого дегтя, потому что юфтевая кожа пропитывается дегтем, жиром тюленей и китовым жиром. И эта юфтевая кожа в Европе, ну и в принципе на Западе, она считалась эталонной. Ее заказывали, даже британцы ее какое-то время подделывали. Заказывали ее для того, чтобы шить всякие портмоне, всякие, знаете, на штанах такие места крепкие, как которые не будут стираться, не будут рваться, не будут промокать. Потому что юфтевая кожа в роде, вот во всех видах кожи, юфтевая кожа самая прочная и крепкая на износ и на влагу. По аромату пирамида здесь, ребят, это вообще так я запомнить не смог, я вам прочитаю. Главный кожаный аккорд, смола стирекса и ладана для теплого послевкусия, бальзам перуанского бальзама, придает землистые оттенки, березовый деготь плюс мускус кабарги, цветы и цитрус и цибетины. Вот такая вот пирамида. Я так понимаю, что давно во Франции выпускали такую туалетную воду, и многие, кстати, компании ее выпускали, и 4711, и, не знаю, вот старые, вот я вот честно, я не припомню, там список был большой, но то есть, что 4711 выпускали русскую кожу, дело было такое. Самая известная русская кожа — это от Шанель. И здесь также вот нарисован флакончик, я так понимаю, тоже самый первый, даже не шанелевский, а кто вот этот вот аромат придумал. Вообще парфюмеры, они придумывали эти парфюмерные жидкости с разными ароматами для того, чтобы пропитывать кожу, потому что была итальянская кожа, испанская кожа. В итальянской коже, я так понимаю, пропитывали все это дело сандалом и прочими ароматами, которые произрастали у них. В Испании тоже было какое-то свое дерево и пропитывали кожу такими маслами. У нас же все было гораздо проще. Это березовый деготь был, тюленевая и китовый жир. И поэтому кожа была такой прочной. Аромат сложный. Поначалу бьют цветы, как в Красной Москве. И чувствуется вот деготь. Не знаю, как это будет все раскрываться у нас с водой на коже. Будет интересно. Посмотрим. За уходовый я не переживаю, потому что у феномена идеальные уходовые. Вячеслав, благодарность за то, что помог мне приобрести вот это мыло в свою коллекцию, потому что у меня прежних версий русской кожи вот феномена никогда не было. Я их только видел давно-давно на обзорах. Это, наверное, двухгодичной, трехгодичной или четырехгодичной давности. У меня 50-миллилитровая баночка. Это здорово. Мне интересно посмотреть это мыло в деле. Тем более на вот такой интересной формуле графит с углем. Все составы оставляю в ролике, все, ребят, увидите. Ну и на Aftershave тоже классика российская от новой зари, даже советская, это Красная Москва. Скажу сразу, восточно-цветочный аромат. Пирамиду вставлю. Базовые ноты — это бобы тонкая, ваниль и ирис. Аромат приятный, как по мне, унисекс, но такой, знаете, ну, очень сладкий аромат. Мне он очень нравится, и ничего он не отторгает у меня. Есть люди, которым Красная Москва, ну, вообще не заходит. Спирт здесь 61%. Покупал я лет 5 назад этот одеколон. Он еще стоил в районе 55 рублей в официальном магазине на Красной площади. Сколько стоит сейчас данная Красная Москва, я понятия не имею. Я всех участников представил. Пошли бриться. У меня сегодня тоже от Яки. Но я просто здесь немножко сбиваю. Не хочу тут доводить ни до какого там кремового вот этой вот пены. Прям с пузыриками.
Хочу все сбить на лице. Прежде я ничем не подготавливал кожу, дадим поработать как станку, так по мазку, так и мылу, ничего не будем увлажнять. Воды много, вперед. Да, вот этим G5 очень приятно работать на лице. Ручка удобная. Работаю я им второй раз. Любит мыло воду. Да, аромат, ребят, божественный. Сложный, правда, как вот эти вот, как кожа. Всякие пропитки, чтобы кожа была водонепроницаемой. Да, аромат, конечно, интересный. Я бы, конечно, хотел понюхать уже оригинал русской кожи, но не знаю, как это осуществить. Сейчас сделаем такую более плотную пену. Посмотрим, как поедет наша Мюле R41. Но еще раз говорю, мыло пену любит. Пока меня все устраивает, пока никаких там танцев с бубнами не было, чтобы что-то там побольше отломить, добавить еще капельным каким-то методом все это дело добавлять, чтобы было нормальной пеной и не получилось жидкой. Здесь в балансе Вячеслав, это супермастер, который все нормально сбалансирует и подаст нам хороший конечный продукт. Я в этом удивился спустя время, когда пользовался его разной продукцией. Продукция мне нравится. И когда вы хотите получить удовольствие, берите все самый любимый Aftershave и обязательно берите с собой продукцию. Вот феноменная, вы не пожалеете. Проход по росту щетины, мюле с ручкой от Яки и лезвие Permasharp. Еще раз напоминаю, бриться внимательно, аккуратно и не давите, потому что эта голова считается эталоном по эффективности и агрессивности. Бритва едет нормально. Сейчас я в пену добавил чуть-чуть воды и умылся. Делаю ее пожиже и хочу проверить, не утратит ли мыло своих свойств, если добавить очень много воды. И как будет вести себя станок после добавления такой опции, как много влаги. Сейчас пена такая получилась более жидкая. Тоже средней укрывистости. То хочется этим мылом работать и работать по мазку на лице. Кайфовать от эффекта и вот аромат. Аромат, конечно, я не любитель дегтя, но здесь это просто что-то. Мыло дегтярное такое. Про проход против роста. Погнали, Мюле и Permasharp. Скользить стало еще лучше, чем
когда я добавил очень мало воды. Это здорово. Вот вы все сами прекрасно видите. Те, кто будут говорить, что плохое скольжение, плохо идет бритва, ребят, вы лучше добавьте побольше воды и работайте по мазкам правильно. И не вот эти вот ложные отрицательные комментарии не пишите. Обрею я, извините меня, 14-дневную эту щетину. Можете видеть, я побрился, поэтому сейчас наносим одеколон «Красная Москва». Его свойств мне полностью хватит, чтобы обеззаразить и успокоить чуть-чуть свою кожу. И так все хорошо, никаких там раздражений, порезов сегодня я не получил. Да, как же шикарно. Зимой «Красная Москва» и это мыло, это, ребят, это что-то вот. После болезни моей, вот этого вот гриппа, сегодня прям самый нормальный яркий день. О, ребята, и даже чуть-чуть вот в эту в «Красную Москву» входит отмыло деготь. Это становится как-то еще, знаете, более интересно как-то, потому что аромат-то мы «Красной Москвы» все знаем. И точно восточный, классический, и в нем нет дымности. А здесь она стала присутствовать, и аромат заиграл совсем другими красками у «Красной Москвы». Но сказать так, что по стилистике ароматы, что мыло, что «Красной Москвы», очень схожи. Поэтому я и выбрал сегодня такой набор, просто чтобы кайфануть. Цветы, ваниль и бобы тонко. Сейчас чувствуются все начальные ноты, всякие там цитрусовые и ланка-ланки, улетучиваются вообще мгновением. Сейчас я испытываю только одно удовольствие. Давайте переходить к подведению итогов. Так, друзья, давайте подводить итог. Связка Пермашарпа Мюллер Саргатин. Кстати, использование лезвия у меня было второе. И все равно по росту щетины осталось 5% от общей щетины. Все-таки мюли-мюли, но 14-дневную щетину тоже как бы сбривать сложно. Все шло идеально, хоть и мыло даже было густым. Ручка у Яки удобная была, ничего не скользило, не хотелось мне ее заменить. Во втором проходе все снялось еще быстрее, когда все шло против роста волос. Сейчас у меня все чисто, ничего не осталось. И что самое главное, впервые в жизни у меня не было с Мюли R41 порезов. Это не порезы, это я сегодня натер воротником. У меня здесь было уже щетина длинная была. Я терся-терся, и вот эти вот штуки у меня как раздражение, что ли, вышло. Данную связку я вам могу рекомендовать, если я уже брился ей. Я вот честно не помню, брился я этой связкой или нет, но сегодня мне очень понравилось, и впредь для длинной щетины я буду использовать только вот эту связку, либо под нее буду пробовать Pearl Flexi. А так, связка зачетная, рекомендую попробовать. Помазок French Shaving, тоже ссылку оставлю. Все нормально. Сейчас прям такой, знаете, дымно пахнет, дымно. Все нормально, в руке держит. Вот этот с G5 и с такой ручкой я вам рекомендовать могу. Все удобно, упруго, быстро взбивается.
мыло с этим помазком также приятно все доделывать на лице. В общем, это, ребят, вот этот помазок, это просто песня. Обязательно тоже ссылку на него оставлю. Переходим к нашему мылу. Мыло для бритья «Русская кожа» от нашего шикарного артизана «Феномено». Ну что я могу сказать, в очередной раз Вячеслав меня удивляет своим вот этим, знаете, делать отдушки, своим вот этим вот чутьем и то, как он все балансирует. Я, конечно, ни разу не пробовал дегтярное вот именно мыло для бритья с углем. Я про, ну, дегтярное, я знаю мыло, как оно пахнет, и оно пахнет, ну, довольно-таки неприятно. А здесь березовый деготь. Ребят, я вот получил удовольствие. Что мне здесь понравилось, это запах кожи, запах дегтя. Чуть-чуть какой-то, вот знаете, даже вот пропитывали же раньше китовым и тюленем жиром сапоги. Вот что-то вот от этого есть. Вот это всякие землистость имеется. Цветы где-то в самом начале, они дают такой более нежный аромат. Смолистость тоже имеется. В общем, все, что названо, все имеется. И мускус, на мой взгляд, он придает, знаете, такую долгоиграемость аромата. Очень красивое оформление. Аромат это я вот даже не знаю. Я вот теперь захотел понюхать оригинал Шанеля «Русской кожи», но где его отыскать, я не знаю. По поводу скольжения, по скольжению. Для меня вот этот термин по скольжению, он как-то, для меня он не важен, мне он не интересен. Здесь я поставлю твердую четверку, что я брился вначале с густой пеной, все было хорошо, потом проводил рукой, все было нормально, нанес уже на второй проход я жидкую пену, то же самое, все потом смыл, поводил и станком тоже без пены чуть-чуть прошел. Мне все понравилось, но ставлю твердую четверку. По скольжению это пятерка однозначно, потому что вы сами видели, станок ехал просто, не цеплялся даже по росту щетины. Мыло идеально отработало, оно подняло эту щетину, размягчило вот эти вот корешки этой щетины, и бритва не застревала. В общем, скольжение и поскольжение отличное. Отдушка, сразу скажу, на любителя, но тем, кто исследует вот эти вот ароматы, кому все хочется узнать что-то больше, вот это мыло обязательно рекомендую к покупке и попробовать его. По поводу средства после бритья с таким же ароматом, я не знаю, но думаю, что, скорее всего, у феномена его просто нет, потому что было выпущено только мыло. По поводу вот этого вот присутствия у угля, если кого-то интересует, мне это никак не отвлекло. И показалось, будто бреешься обычным мылом. Но вот заметил я, что как-то кожа стала увлажненная и вот такая вот упругая. От других мыл я такого не замечал. Скорее всего, это, наверное, какое-то действие этого угля. Аллергия не вызвала. Отдушка, она интенсивная, стойкая, но не прям же такая бьет в нос, и ты падаешь, и все, и больше не можешь, у тебя там схватывают эти аллергии и прочее. Нет. Отдушка хорошая, дорогая. И все здесь в меру. По пенообразованию. Пенообразование у меня случилось быстро. Помазок все взбил быстро. Также мыло нормально отреагировало на эти манипуляции с помазком хорошей пеной. Чем больше добавляешь воды, тем более такая, знаете, пена получается жидкая и укрытая. И сразу скажу, что у вас у такой шапки не будет пены. Скорее всего, что-то было заложено в эту формулу, чтобы она не была вот такой огромной, эта пена. Да, она здесь, в принципе, такая здоровая пена и не нужна. По пенообразованию это пятерка однозначно, потому что все быстро,
и без танцев с бубнами. По поводу аллергических реакций я сказал. По поводу аромата еще раз повторюсь. Дёготь, кожа, цветы, мускус. Такое, знаете, что-то французское, дорогое. У меня оно вызвало неподдельный интерес и получил удовольствие. И, кстати, хотелось очень долго по мазкам работать, чтобы чувствовать это приятное прикосновение по мазка и пены. И вот этого вот аромата. В общем, мыло у Вячеслава задалось. И, надеюсь, найдутся поклонники такого дегтярно-угольного мыла. И приобретут себе данную новинку. Мне все понравилось. Еще раз хочу поздравить Вячеслава с новинкой. И знаете, что я хотел сказать? ВКонтакте до выхода новинки, до релиза, были, знаете, всякие ролики у Вячеслава по поводу бальзама вот этого, как он называется, бальзама перуанского, там мускус он рассказывал, где эти отдушки брал, чем оно пахнет. Также нас вводил в курс дела, откуда вообще пошел этот аромат, русская кожа. Очень интересно. И также заставил меня Вячеслав своим вот этим вылом как-то поинтересоваться насчет вот этой вот русской кожи. И тоже для себя очень много нового и интересного открыл. Я вот, например, не знал, что юфтевая кожа русской так ценилась в Европе, что ее даже подделывали. И что в какое-то время вообще образовался дефицит этой кожи, и она не экспортировалась из Российской империи. Вот этого я не знал. В общем, спасибо Вячеславу за то, что помог мне приобрести это мыло. Мыло мне однозначно понравилось, начиная от графики, заканчивая ароматом и ТТХ. И, кстати, забыл сказать, что побрившись этим мылом, можно вообще не использовать никакие там лосьоны, бальзамы, потому что кожа, еще раз скажу, упругая, увлажненная, и нету никакой стянутости ни во время бритья, ни после бритья. Поэтому я выбрал сегодня одеколон, потому что мне просто чуть-чуть нужно было тут прижечь, что-то обеззаразить и все. Одеколон я выбрал красную Москву, все его знаете, на нем заострять внимание не буду. Сейчас еще раз скажу, ваниль на первом месте с бобами тонко, и ирис где-то посередине придает цветочный аромат. Аромат здесь восточно-цветочный, приятный, классика от Новой Зари. Не знаю, претерпелись ли какие-то изменения вот с этим ароматом, но я думаю, что нет. 61% спирта, то есть нанес сегодня, и мне ничего не щипало, и полностью хватило того, что имеется в составе этой красной Москвы. Рекомендую, ребята, вообще, вот кто впервые ее видит и хочет попробовать, купите, попробуйте. Цена у нее копеечная. Если не понравится, можно кому-то подарить, либо поставить в полк просто для коллекции. Мне этот одеколон нравится, я его люблю и уважаю во все времена года. Про все рассказал, бритье мне с ней очень понравилось. Это первое бритье после болезни. Это просто, ребята, это, знаете, какой кайф. Это эмоции такие красочные. Тем более с новинкой от Феномена. Это прям это вообще мыло сделало вот сегодняшний день. Мой вот это вот мои грустные серые больные будни. И завершились таким, знаете, бритьем кайфовым, прекрасным, с таким богатым ароматом и с хорошими уходами. И станок тоже помог быстро избавиться от этой бороды, непонятно от какой неухоженной. Вам хочу сказать спасибо за то, что были со мной до конца. Рекомендую попробовать это мыло. Подписывайтесь на канал, ставьте нравится, обязательно пишите комментарии по поводу сегодняшних участников. Интересно услышать мнение, у кого были старые версии этой русской кожи. Всем пока, я пойду для вас готовить очередное бритье. Не пропустите, оно будет скоро.